вынесли предупреждение по поводу песни. Поэтому, если некоторые песни там исчезают, вы уж извините, тут как бы авторские права пытаются защитить, поэтому не все песни проходят. Всем привет! Рассмотрим еще одну песню любую. Там, правда, не блокируют, песни удаляют. Не рубите, мужики, потерянные уже разбор, цифры вырезали, убрали, авторские права предъявили. Ну, давайте посмотрим. Может быть, эту исковерку и так, что будет неузнаваемо, компьютер не определит. Но если нет, то в контактах мне напишите в личную переписку. Там пришлю вам на вашу страничку непосредственно цифры в прямом ВКонтакте. Уловили. Основа куплетов как бы есть. Освоите это с пением, с голосом, когда уже петь свободно будете, играть, не заглядывая на цифры где-то на листочек. Можете вставить проигрыши, там очень сильные есть варианты. Посмотрите в сети. Я думаю, что начнете разбираться, потому что там есть терциями играют и аккордами, там сильные мелодии, переборчики, перебежечки. Ну, у нас уровень начинающих такой как бы простенькой игры, поэтому вот на этом уроке остановимся. Успехов вам, друзья!